Обновленные данные по заболевшим COVID-19 опубликованы на сайте stopcoronavirus.rf. Сегодня в Тюменской области положительный результат на наличие вируса получили 275 человек. 159, наоборот, выздоровели, скончались 15. Всего же с начала пандемии в нашем регионе подтверждено более 50 тысяч случаев. Что касается статистики по России, то здесь цифры такие. Прирост за сутки. Более 22 тысяч заболевших, чуть больше 19 тысяч смогли побороть вирус. 815 летальных случаев.